В школе юных журналистов состоялся квартирник. В гости к юнкорам пришли музыканты группы Айфо. Об интересной встрече расскажет Екатерина Журавлева. Бесконечных вопросов дрожь, обожженных минут след. Я тебя перебрал, что ж, вот отпусти, до света нет. Пробегут, пронесутся, пусть города что-то брежут. Заберут пусть с собой грусть, я туда не вернусь прежним. До этой встречи никто из юнкоров не знал о такой замечательной группе, как Айфо. Музыканты оказались в Челябинске ради презентации нового альбома «Счастье в голове». Юнкорам выдалась возможность побывать на квартирнике группы. Госпожа реальность никому не покажет лица своего, таков закон в ее стране, и положено чтить его. Положено верить, что реальность служит нам, и двери открыты внутрь реальности святой храм. Беседы и песни – вот что входило в программу их визита. В этом коллективе 5 человек. Никита Пульников – бас, Алексей Томилов – соло-гитара, Александр Кузнецов – вокал, Дмитрий Хабиров – барабаны и Степан Тропин – солист. Степан с юмором подходил к каждому вопросу юнкоров, тем самым забавляя ребят. Мне кажется, то, что я бы не отказался, если бы мне Вуди Аллен снял клип. Мне нравится его подход, нравится его построение кадров. Песни были с глубоким смыслом, которые не могли не запасть в душу. Также в творчестве группы прослеживается влияние хип-хопа, фанка, джаза и рока. Юнкорам очень понравились песни «Просто танцуй», «Терять память» и «Хорошо, что мы не знакомы». Скидает меня дорога, километр за километром. Осталось совсем немного, до того, где тебя нету. Смыкают колеса тропин, на душе моей стало тише. За июнем июль идет, я на станции, все, вышел. После встречи с юнкорами у Айфо появилось много новых поклонников. Некоторые из ребят попросили музыкантов аккорды песен. Екатерина Журавлева специально для школы юных журналистов.